У Могилевском музыкальном колледже имени Римского Корсакова проходит открытый республиканский конкурс выканавцев на оркестровых инструментах. Конкурс носит имя белорусского композитора Евгения Глебова и проходит у четвертый раз. Сёлета у Могилев приехали 123 юные таленты за всей республики. После 5-годового перапынку конкурс выканавцев на оркестровых инструментах знов у Могилеве. На протягу 5 дней конкурсанты будут споборничать у виртуозности выканания и артистизме. Это такая площадка стартовая для того, чтобы продолжить свое обучение в Белорусской государственной академии музыки, а может даже и за пределами нашей республики. Но мы очень, я искренне очень рад от Министерства культуры, от руководства Министерства культуры, представляя его здесь, что это конкурс нужный, полезный, важный. У нас есть дарование, у нас есть что показать. Медные духовые и ударные, драуляные духовые и струнные смычковые – три номинации, по яких споборничают молодые музыки. Напереди у них 2 туры. Каждый из выканавцев подбирал программу так, как показать свои лепшие якости. Должно быть виртуозное произведение и несколько обязательных. Но исполнять их надо еще и с душой, и эмоционально, поскольку ты вкладываешь частичку себя. По словам удельников, у конкурсах такого узровню доводится удельничать нечасто. Могилев сегодня дает махчимость отримать уникальный опыт. Конечно, я не участвовал в таких конкурсах, где так много... Я контрабасист, и я не участвовал, где так много контрабасистов. Вот. Ну, будет интересно, мне кажется. Ты знаешь свои ошибки, над которыми надо работать. И это просто заряд очень хороший, положительной энергии. Вот погрузиться в эту атмосферу – это потрясающе. Серед гостей и членов жюри конкурсу – люди выбитные, заслуженные музыканты и деячи культуры. Конкурсы – это своеобразный манок, который привлекает молодых людей. А для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить себя, надо выучить новую программу, надо себя особо стимулировать, надо систему вырабатывать. Все это подталкивает к развитию молодых людей. Переможцы смогут поза конкурсом поступать у высшие навучальные установы по специальности. И что не меньше важно для людей творчих, их талант отримая признание на республиканском уровне. Татьяна Дмитриева, Василий Лосянков, «Новини регион».